Гер, помоги мне отнести коробки в гараж. Гер! Ольга Шарапова, 40 лет, мать Гертруды, учитель в техникуме. Я кому говорю? Это же твой журнал, который ты за год прочитала. В город поедем, по дороге выбросим. Мам, ты не видишь, что занята? Гертруда Шарапова, 14 лет, приемная дочь Шараповых, школьница. Отнеси сама. А, кстати, ма, ты же обещала, что ты везешь меня в магазин платье новое выбрать, помнишь? Ну да, я помню, только не сегодня. Мне нужно подготовиться и кучу контрольных проверить, хорошо? Ну, ма, ты же обещала! Я сказала в другой раз. И отнеси фуражку отцу, а то он ругаться будет. Не будет. Он скорее на тебя сердиться будет. Интересно, за что же? А за то! Он и так мне постоянно говорит, что матери, то есть тебе, все время не до меня, и что тебе совершенно не нужна. Это он так сказал? А что? Неправда, что ли? Вон в магазин со мной и то съездить не можешь. Да, не такая ему жена нужна. Что? Что ты сказала? А то, что слышала. Раз из детского дома взяла, так обеспечивай. А то возьму, да и подам на тебя в суд за нарушение прав ребенка. Так я тебя сейчас за это... А ну иди что, сюда. Что, ударить хочешь? Только попробуй. Я заявление в милицию напишу. Еще сейчас пап позову. Пап! А мама меня ударить хочет! Папочка! Значит так! Ты сегодня с нами не обедаешь. Вот так и запишу. Морит голодом. И еще папу все расскажу и посоветую ему найти себе нормальную жену. Да я тебя сейчас... Такие перепалки с приемной дочерью стали происходить у Ольги все чаще и чаще. Она решила обратиться к психологу. Понимаете, у нас с мужем никогда не было детей. И мы на самом деле очень долго сомневались в том, чтобы наконец-то решиться и взять ребенка из детского дома. С такими детьми всегда непросто. А в каком возрасте вы взяли ребенка из детдома? Гере было около 5 лет. Ну, 5 лет – это уже почти сформировавшийся человек. Нет, ну, понимаете, сначала-то все было великолепно. Она была прекрасным ребенком. И тут она выросла, и я теперь не знаю, что с ней делать. Потому что она совершенно изменилась. Я не могу понять, когда я упустила тот момент, когда она стала такой. Какой такой? Ну, она стала мне дерзить. Она ни в грош меня не ставит. Она чуть что бежит жаловаться мужу, что я ее обижаю. И потом я недавно узнала, что она стала сочинять какие-то небылицы про нашу семью. Ольга Игоревна, вы знаете, в школу вызывать мне как-то неловко вас. Мы же с вами коллеги. Поэтому давайте начнем без предисловия. Елена Врублевская, 33 года, учительница Гертруды. Меня очень беспокоит обстановка в вашей семье. Елена Максимовна, я что-то не поняла. А какая обстановка у нас в семье? Ну как же, мне Гертруда все рассказала. И как вы ее голодом морите, и как на улицу не выпускаете, и как работать заставляете. Это Гертруда вам все сказала? Да. А у меня с ней сложились очень доверительные отношения. Вы знаете, она мне рассказывает все, что в классе происходит. Вот, например, про мальчиков, которые вино пьют в подъезде, и про девочек, которые с ними целуются. Ну, про девочек-то и я слышала. А вот то, что она рассказывает про нашу семью, это абсолютное вранье. Мы с мужем делаем все, чтобы она ни в чем не знала недостатка. Да? Да. Странно. А мне Гертруда совсем другое рассказывает. А уж мне как странно это слышать. Знаете, что мы с вами сделаем, Елена Максимовна? Мы поговорим с Герой в вашем присутствии. Я думаю, что в такой ситуации она не станет врать. Давайте. И что бы вы думали? Я ей предложила поговорить втроем. То есть Гера, я и учительница. То Гера сказала, что учительница, она все не так поняла, она бестолковая. Да, девочка у вас своенравная, с характером. Ну, в этом возрасте они все практически такие. Они унижают близких. Одним словом, ведут себя неадекватно и пытаются самоутвердиться. Ну, это все понятно. Но мне-то что делать с этим? Вам надо на ее дерзости не отвечать. И вообще надо собраться вместе и выработать общие семейные правила поведения. Ну и самое главное, вы же понимаете, этот возраст надо просто пережить.
пережить. Я постараюсь. Увидев плакатик с угрозами в адрес Геры, Ольга поняла, что их приемная дочь успела насолить и еще кому-то. Ох, доиграется, дуреха. Ох, доиграется. Поздравляю, отец. В нашем доме появился стукач. Подожди, Оль. Генрих Шарапов, 46 лет, офицер в отставке, муж Ольги. Я не понял, это ты кого имеешь в виду? Ну как же кого? Нашу Геру, разумеется. Ведь ни ты, ни я, мы же не бегаем по углам, не рассказываем небылицы про нашу семью. Так, подожди, Оль. Во-первых, я не хотел бы говорить о нашей дочери в таком тоне. Хорошо? Ты знаешь, Геночка, а другого тона она и не заслуживает. Она всем на всех стучит. Тебе на меня, мне на тебя. Подружкам на учительницу и учительнице, я уверена, она стучит. На подружек. Надо с этим что-то делать, Гена. Оль, а кто тебе вообще все это рассказал, а? Я с ней договорился еще 3 года тому назад. Говорить друг другу только правду. Ах, правду? Ах, ты хочешь правду? Да она врет на каждом шагу. И тебе она врет, я уверена. Правду. Может быть, ты еще расскажешь ей о нашей с тобой правде? Когда ты заставил меня сделать аборт, и я теперь не могу иметь детей! Может быть, со временем и расскажу. Ах, вот как. А знаешь, Геночка, знаешь, дорогой мой, вообще-то есть еще понятие личная жизнь. Интимный мир человека, в который никто не имеет права совать свой нос. На, посмотри, если ты думаешь, что я одна единственная к ней придираюсь. А тебе не кажется, что вообще все вот это просто кто-то пытается ее запугать? А ты вместо того, чтобы ее поддержать, собираешься участвовать в этой травле? Гена, раскрой свои глаза, в конце концов! Оля, мы вместе выбрали эту девочку в детском доме. Мы поклялись друг перед другом, что будем любить ее и никогда не попрекнем тем, что она нам не родная. Ну кто же знал, что она вырастет в такую моральную уродину? Что она хочет? Что она конкретно от меня хочет? Знаешь, Оля, извини, конечно, но ты совершенно не занимаешься ребенком. Ты не знаешь, чем она живет, к чему стремится, чем дышит. Извини, мне это все уже надоело. Сегодня я постелю себе в другой комнате. Прекрасно, поговорили. Застели где хочешь, мне все равно! После ссоры с мужем Ольга поняла, что союзника в его лице она уже не приобретет. Более того, ей показалось, что он станет ей противником. Ольга Игоревна, здравствуйте. Это опять я. Здравствуйте, Елена Максимовна. Какими судьбами? Ну, собственно, я опять по поводу Геры. Вы знаете, скоро конец четверти, а она по всем предметам на 3 сползла. А когда я спросила ее, в чем дело, она мне сказала... Знаете что, давайте пойдем в дом. Не на улице же разговаривать. Ну, давайте. Хорошо. Ольга Игоревна. Да? Нет, ничего. Вы проходите. И что же она рассказывает всему классу? Гера говорит, что всем домашним хозяйством занимается ваш муж. А вы весь день на диване лежите и телевизор смотрите. Понятно. А вот по поводу дивана, вот эту самую дорожку я просила вычистить Геру. А еще она говорит, что вы злитесь на нее, потому что у вас с мужем не все в порядке. То есть? Что вы не спите вместе. А как мы спим? Впрочем, подождите. А какое дело школе до того, с кем и как спят родители их учеников? Это что, как-то на успеваемость влияет? Да, в общем-то, нет. Просто говорит о климате в семье. Ох, доченька. Ох, Герочка. Еще раз простите, вы знаете, точно такой же шарфик у меня осенью в школе пропал. Не знаю, откуда он появился, у нас я такой не припомню. Но если вы хотите, возьмите. Да нет, что вы, мне чужого не надо. Ну ладно, до свидания. До свидания. Ольга получила от мужа на телефон сообщение, в котором он просил ее зайти в кафе, чтобы поговорить. Приятного аппетита честной компании. Что это мы вдруг? В общепит перебрались? Отгадай.
Неужели демарш? Отгадала. Бойкот. Мы не станем больше есть то, что ты нам готовишь. Мы с папой так решили. Интересно, чем это вас не устраивает моя кормежка? Гера, перестань. Оль, я пригласил тебя, чтобы поговорить о Гере в ее присутствии. Она не хочет разговаривать дома. Она считает, что там твоя территория, и что ты будешь на нее давить. Ах, вот как. Хорошо. Давайте поговорим здесь. Так. О чем будем говорить? О том, что Герочка у нас учится на сплошные тройки? Или о том, что вся школа уже знает, что мы с тобой, Гена, не спим больше вместе? Вот видишь, пап, я же тебе говорила! Что значит не спим? Приходила ее учительница и задала такой вопрос. Интересно, кто растрепал, а? Рассказывай. А я откуда знаю? У этой Врублевской вообще крыша съезжает на любовной почве. Завела себе молодого любовника и рада, дура. Не смей так о взрослых. Гена, я не понимаю, ты-то что молчишь? Ты меня пригласил поговорить, я слушаю тебя. Меня все ненавидят. Что вы от меня хотите? Чтобы я пошла и повесилась? Пойду и повешусь. Пусть тебя, мамочка любимая, по судам затаскают. Заткнись, дрянь! Не ори на ребенка. Да идите вы. Не смей на нее кричать, слышишь? Мне кажется, она не так уж и не права насчет тебя. Ты плохая мать. И, наверное, не очень хорошая жена. Вот так. Приемная дочь Ольги и Генриха Шараповых, Гера, вступила в трудный возраст. В какой-то момент Ольга поняла, что Гера сознательно стремилась разрушить их семью. Несмотря на столь юный возраст, девочка умело манипулировала отцом, провоцируя его на скандалы с приемной матерью. А школьная учительница рассказывала о том, как мать ее ненавидит и притесняет. Так или иначе, но Гера добилась своего. Мы с мужем очень серьезно поссорились. Так что в перспективе у нас совершенно определенно замаячил развод. Несомненно, ваша дочь ставила именно эту цель – развести вас. Да? Я даже предположить не могла. Хотя кое-какие намеки на это были примерно год назад. Гер, я что-то не поняла, а ты че? Я к вам хочу. Мне одной страшно. Там за окнами кто-то ходит. Кто ходит? Что ты выдумываешь? Ты уже не маленькая девочка, тебе не 8 лет. В конце концов, неприлично залезать под мышку взрослому мужчине. Это не мужчина, а мой папа. И я его люблю. Гера, я кому сказала? Марш из постели, иначе я тебя сейчас сыплю. Ой, ну оставь ее, пусть спит. Я не поняла, что значит нормально. Гера, я кому сказала марш в свою спальню? И больше сюда не приходи ночью. Да ну вас, родители называется. Ну, тогда я не стала делать никаких выводов. А сейчас я начинаю понимать. А вы знаете, сделайте так. Пусть жалобы всех учителей на вашу дочь выслушивает ваш муж. Хорошо, но мне кажется, что она уже сделала все, чтобы муж перестал мне верить. Хорошо, я попробую поговорить с мужем еще раз. Ольга Игоревна. На следующий день к Ольге снова пришла учительница Геры. Она рассказала, что ее обвинили в краже бумажника директора школы, и ей грозят из-за этого серьезные неприятности. Учительница была уверена, что все это подстроила Гертруда. Вы знаете, я думаю, она мне мстит за что-то. Ну скажите, ну зачем мне директорский бумажник? Ну, я вообще в жизни никогда чужого не брала. А почему вы решили, что это именно Гера подстроила? На 100% я не уверена. Но вы знаете, в классе, где лежала моя сумка, она одна оставалась. И потом ему записку подбросили, где написано было, что бумажник в моей сумке. А что, по почерку нельзя определить, кто это написал? Да то-то и оно, что записка написана на компьютере. Ольга Игоревна, пожалуйста, поговорите со своей дочерью, а? Может быть, это просто шутка какая-то дурацкая? Или она знает, кто это сделал? А то ведь меня уволят. Даже если это сделала Гера, она никогда в этом не признается. И все-таки я попробую с ней поговорить. Я обещаю вам. Ольга видела, что не только она одна испытывает проблемы в общении с Герой.
Дочь зачем-то пакостила вообще всем окружающим. Надо было только понять, зачем. А знаете, Елена Максимовна, какая неожиданная мысль ко мне пришла в голову? Гера как-то в сердцах крикнула фразу по поводу одного вашего знакомого. Как вы думаете, может быть, это и есть основная причина резкой перемены к вам? Может быть, это банальная ревность? Постойте, знакомого? Да. Вы считаете, что Гера и... Нет, этого не может быть. Человек, с которым она могла меня видеть, это мой бывший сослуживец, Леша Анисимов. Но они даже не знакомы. И потом, он гораздо старше ее. Как знать, как знать. Я вспомнила небольшой эпизод из нашей семейной жизни. Может быть, ей как раз все равно, сколько лет кавалеру. Главное, подняться в глазах окружающих. Ольга решила воспользоваться советом психолога и попытаться, прежде всего, восстановить отношения с мужем. Самый простой путь для этого был семейный ужин. Все, мне это надоело. Я больше не буду этого терпеть, понятно? Ты о чем, Ген? Да? Только не надо прикидываться бедной овечкой. Может быть, этот дядя Костя к нам в коечку третьим ляжет, а? Вот будет здорово. Какой дядя Костя? У меня нет знакомых с этим именем. Да что ты говоришь? А Гера сказала, что он сегодня к нам приходил, ты поила его чаем, а потом вы на час закрылись в нашей комнате. Правда, Гера? Правда. Вот так. Ах ты, тварь. Каким чаем? Каким? У нас давно уже нет чая, я тебя давно просила его купить. Таким чаем, сладким. Замечательно. В какой комнате мы спрятались? В вашей спальне. Теперь ты понимаешь, Ген, чтобы тебе легче было врать, к твоему сведению, там давно уже сломан замок, и Геда не может его починить. А вы на швабру запирались, а я все слышала. Ах ты... Ах ты маленькая! Бабушка, она меня сейчас убьет! Эта дрянь хорошую порку заслужила! А ну-ка, молчать всем! Значит так. Вот это я нашел сегодня в нашей комнате. И знаешь где? В постели. И у меня нет оснований не доверять словам моей дочери. Хватит. Хватит. Я устала жить со слепцом, который ведется как баран вот за этой маленькой змеей. Семейный ужин закончен. На следующий день Ольга собиралась еще раз поговорить с мужем и все ему объяснить, но случилось так, что домой неожиданно пришла Гера. Ой, ну-ка, стой. А ты почему не в школе? Занятия уже закончились? Закончились. Мне позвонить узнать? Не надо никуда звонить. Мне просто угрожают, и я боюсь. Ах, вот оно что. Значит, ты опять кому-то насолила. Гера, объясни мне, пожалуйста, зачем ты все это делаешь? Тебе доставляет удовольствие? Ну-ка, давай сядем, поговорим. Иди садись. Ну? Вот давай только без «ну». Хорошо? Гера, объясни мне. Чем тебе не угодили все окружающие? Зачем, к примеру, ты пытаешься развести нас с отцом? Ты считаешь, так будет лучше? Меня никто не любит. И ты в первую очередь. А что ты сделала такого хорошего, девочка моя? Чтобы тебя любили? Про себя я вообще молчу. Послушай, может быть, ты им всем завидуешь? Я? Да. Да кто они такие, чтобы я им завидовала? Все парни из нашего класса полные дебилы. Ну, может быть, за исключением 2-3 человек. У них на уме только пиво и девчонки. Целоваться все лезут. Уроды. Угу. И поэтому ты решила обратить свое внимание на друга своей учительницы. Лешика, что ли, Анисимова? Угу. Ой, не смешите меня. Ботаник учитель из соседней школы. Вот из них с нашей училкой смешная пара получилась. Не смей так говорить. А что не смей? Ты можешь дом дядю Костю приводить, пока папы нет. Я в следующий раз ему обязательно позвоню. Это дядя Костя и меня пытался ущипнуть. Какой дядя Костя? Гера, что ты несешь, бред? Замолчи сейчас же! Ну что ж замолчит, пусть говорит. Генрих, я не слышала, что ты вошел. Зато я все прекрасно слышал.
У Ольги и Генриха не было своих детей, и они решили удочерить ребенка. Гере тогда было 5 лет. До некоторых пор в семье Шараповых все было в порядке. Потом же атмосфера в доме накалилась до предела. Гера сознательно ссорила приемных родителей. Она заявила отцу, что в его отсутствие к ним приходит некий дядя Костя, с которым мать запиралась в спальне. Гера добилась своего. Родители решились на развод. Вот уж никогда бы не могла подумать, что человек в таком возрасте может разыграть, как по нотам, такую пьесу. У Геры безусловный талант. Аплодисментов не хватает. Но, судя по всему, ваш муж не очень-то и сопротивлялся этому наступлению. Да. Честно говоря, меня позиция Генриха тоже очень сильно озадачила. Такое чувство, что он намеренно ничего не видел. Или не хотел видеть. Он принимал весь тот бред, который сочиняла для него, специально для него эта мерзавка. А может быть, все дело в том, что в вашей семье уже давно нарушились нормальные отношения. И вашему мужу просто выгодно верить дочери. Ну разведемся мы, и что? Гера остается жить с Генрихом? Это же бред! Но для того, чтобы сохранить семью, вам необходимо принять следующие меры. Надо найти факты, которые убедили бы вашего мужа во лживости дочери. И потом пусть он делает выбор. Либо принять правду, либо приступить через нравственный порог. Я не должна этого допустить. Я надеюсь, что Генрих примет правильное решение. На следующий день Ольга и Генрих сходили в ЗАГС и подали заявление о разводе. Я посмотрел несколько вариантов квартир. Есть вполне приличные. Я думаю, тебе подойдут. Ген, я не хочу разводиться. Честно говоря, я тоже. Ерунда какая-то получается. Как подумаю, из-за чего все это случилось. Скажи честно, был этот дядя Костя или нет? Гена, родной, я же уже устала об этом кричать. Ну ты же меня не слышишь. А чья ж тогда зажигалка-то обнаружилась в нашей постели, а? Я понятия не имею. Спроси об этом Геру. Неужели ты не видишь, что с ней происходит? Она же гибнет. Мне даже страшно представить, что из нее может получиться, если доживет. Что ты имеешь в виду? Да потому что таких, как она, никто нигде не любит. А человеку без любви очень сложно прожить. Она поймет это в конце концов, но я уверена, что будет поздно. Может, сходим, заберем заявление? Здравствуйте. Алексей Анисимов, 29 лет, друг школьной учительницы Геры. Скажите, вы мама Гертруды? Да. А что случилось? Да вы знаете, я Алексей Анисимов, друг Елены Врублевской. Да-да. Вот она меня просила поговорить с вами, показала вас, сама подходить не хочет. Думает, что надоело вам. Тут понимаете, какая история? Елена из школы уходит, и причина ее увольнения – ваша дочь. В чем дело? А при чем здесь Гертруда? Ну, там одна была очень некрасивая история с пропажей одной вещи. Да, да, я слышала, у директора пропал бумажник. И не только у директора. У нашего физика, у Константина Белова, пропала зажигалка. Подождите, подождите, как вы сказали, зовут физика? Константин? Белов Константин. А что? Ген, у тебя зажигалка? Ну, да. Я же помню, когда ты мне ее в нос тыкал, там какая-то гравировка была. Ну да, так и есть. Константин Белов от боевых друзей. Константин Белов. Дядя Костя. Ну, Гера. Ну, дочка. Так, теперь я с ней сам поговорю. Извините, спасибо вам большое. Вы даже не знаете, как вы... Мне-то за что. Спасибо. До свидания. Пойдем домой. Пришло время взяться за воспитание нашей дочери. Как ты там говоришь? Человек без любви не может. Угу. Вот мы и научим Геру любить людей. Ген, только без фанатизма. Ну, это как получится. Все семьи, в которых растут дети, прекрасно знают, что как только наступает подростковый возраст, ребенка как будто бы подменяют. Семья Ольги взяла дочку из детского дома. Повзрослев, Гера стала ревностно относиться ко всем сверстницам. Это коснулось даже ее приемной матери. Такое отношение девочки-подростка
чуть не разрушила их семью. И это бы непременно случилось, если бы родители в итоге не пришли к единому мнению в воспитании ребенка. И только когда родители Геры стали видеть в своей дочери все стороны ее личности, семья получила возможность стать по-настоящему дружной.